мощь, красота просто невероятная. Вы не поверите, но я первый раз еду за рулем по Крымскому мосту. Анапа, Феодосия. Даже я, будучи крымчанкой, открыла для себя немало нового. Как живется в крымском климате индийским буйволам и африканским антилопам? Буйволы входят в пятерку опаснейших животных на планете, но вы можете пообщаться с ней просто как с животным домашним. И за сколько султан Сулейман купил свою жену Феодосию? Здесь Феодосия был самый крупный неволичный рынок в Европе. Анапа, Феодосия. Два дня вдоль берегов Черного моря. Круиз-контроль. Совет на выходные. В субботу в 10:10 на телеканале «Звезда».